2007 года в Ленинском мемориале действует портретная галерея наших земляков и тех, кто жил в Симбирске-Ульяновске и оставил свой след в истории края и страны. В канун 75-летия области ее решили переформатировать. Это обновленная выставка галереи знаменитых симбирян-ульяновцев. Ну, если прежде она у нас была просто развешана хаотично по развесочным площадям, то в данном случае выставка будет разделена на площадки, на блоки. То есть это будут общественные деятели, это будут ученые, это будут художники и архитекторы, это будут военные, музыканты, спортсмены. То есть все будет разделено по блокам, и выставка будет усилена дополнительно экспонатурой. На выставке представлено 80 портретов знаменитых симбирян-ульяновцев. Их авторами являются известные художники Ульяновска. Мы застали момент, когда монтировали раздел выставки, посвященный деятелям науки, культуры и искусства. Выставка откроет свои двери 19 января. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.